В этом видеоролике я расскажу о том, как изменились цены на заправках за прошедшие 7 дней. Подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочная. Сегодня будет традиционный обзор цен на заправках в регионах Поволжья за минувшую неделю. За период с 24 по 31 мая 2022 года. Информация, как обычно, подготовлена государственным бюджетным учреждением Управления рационального использования топливно-энергетических ресурсов. Данная организация находится у нас в Казани, в Татарстане. Сотрудники этой компании еженедельно проводят обзвон заправок в регионах Поволжья и выясняют актуальные цены на 92-й бензин, 95-й, дизельное топливо, а также на два вида газа – на пропан-бутан и на метан. Первая диаграмма – это у нас цены на 92-й бензин. За минувшие 7 дней ценник снизился на 50 копеек только в Пермском крае. Минимальная цена в Самарской области 45,85, максимальный ценник в Нижегородской области 47,15. Средняя цена 92-го бензина в Поволжье 46,53. Далее, следующая диаграмма – это у нас цены уже на 95-й бензин. За минувшую неделю ценник снизился опять же в Пермском крае на 40 копеек. Минимальная цена 95-го бензина на сегодняшний день в Кировской области – 49 рублей ровно. Максимальные цены в Саратовской области и в Нижегородской области – 51 рублей ровно. Средняя цена по Поволжью – 50-10. Цена дистоплива за минувшие 7 дней не изменилась. Минимальные цены на сегодняшний день в Чувашии и в Республике Мариэл – 52 рубля ровно. Максимальная цена в Пермском крае – 55 рублей ровно. Средняя цена – 52,87. Что касается пропан-бутана, то за минувшие 7 дней он подорожал на 1,5 рубля в Оренбургской области, в Самарской области он на 1,5 рубля наоборот подешевел, и в Нижегородской области цены снизились на 1 рубль. Минимальная цена на сегодняшний день в Чувашии 17,40. Максимальная цена в Пермском крае 24,20. Средняя цена по Поволжью 20,42. По-прежнему на том же уровне остались цены на метан, то есть на природный газ. Минимальная цена на сегодняшний день в Республике Мариэл 19 рублей ровно. В большинстве остальных регионов цены составляют 20,90. Средняя цена в Поволжье – 20,66. Вот такая вот информация. Такие цены сложились на сегодняшний день по состоянию на 31 мая 2022 года на заправках в регионах Поволжья. А если вы проживаете в Татарстане, то в описании под данным видеороликом я оставлю ссылку, перейдя по которой вы сможете получить 30 приветственных баллов от компании АЗС Найком. Кроме того, в дальнейшем при заправках вы также сможете получать кэшбэк после каждой заправки. А что происходит с ценами на топливо в ваших регионах? Растут они, снижаются, либо остаются без изменений? Вы традиционно можете поделиться этой информацией в комментариях под данным видеороликом. Я думаю, всем будет интересно посмотреть и сравнить цены на своих заправках. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока!